Привет, Павел. Привет, ты крутой? Давай, ты мне позвонил по делу. Да. Рассказывай, что случилось. Ты знаешь, у меня есть для тебя история, которую ты должен узнать и услышать, понимаешь? И давай. Я хочу рассказать тебе историю одного человека, не меня. Ты знаешь, кто такой Александр Невский? Так этот, который вот этот еще. Вот так, вот. Да, именно так. У него есть самый главный фанат, который искренне верит в то, что Сашка вообще-то на самом деле был как бы мистер Олимпия и прочее. Он верит в это. Ты понимаешь? Нет. В общем, Саша Цыпочкин, классный парень. Давай пообщаемся по-человечески, наконец-таки, впервые. Это история Саши Цыпочкина и... Это... Денис, хочешь знать историю Саши Цыпочкина, пожалуйста? Да. Сейчас ладно, я, сейчас так. Покажу. Давайте я расскажу историю. Нет, я. Давай пока. Я. Ладно, давай. Саша Цыпочка. Это пацан, простой такой. Он хочет, короче, взять яйца свои в руки и наконец-то добиться успеха, как сделал это когда-то этот Мавроди. Вот, взять яйца в руки, в кулак, и наконец-таки показать этому миру, кто здесь самый сильный. Да. Ведь все мы знаем Александра Невского, нашего кумира, героя, любовника. Но больше всего его знает только Саша Цыпочкин, понимаете? У него фамилия такая же, ну ладно, он сам расскажет. Саш, рассказывай, пожалуйста. Единственный человек в мире, который искренне считает, что Александр Невский и вправду брал все титулы мистера Олимпия и ни за что не верит настоящим официальным результатам на сайте. Единственный человек, который знает, что такое вот так вот. Получится ли у него добиться всего, что он желает? Получится ли у него раскачаться, найти свою любовь и заработать миллионы долларов? Это его история. Санек Цыпочкин. И путь Александра начинается, конечно же, с самого начала, как и у всех. Он у нас немножечко бомжует, но камон, это ненадолго, да, ну что такое вообще? Так, что можно сделать с самого начала? Конечно же, можно подойти как бы к Джереми, как бы, и, казалось бы, поговорить с ним обо всяких заданиях первых и прочее, но мы пойдем более сложным путем, учитывая, что Сашка уже был у нас в Лос-Андесе, у него есть права на автомобиль и прочее. Теперь нужно заработать на это авто и вообще что-то. У вас уже есть паспорт? Да я знаю, ну, мне ж нужно показать свой путь с самого начала. Ты что, ты глупый? Ну ладно, пошли. Почему у меня подлагивает зомб? Нет. Компьютер за 400 тысяч. Найс. Женщина, вам плохо? Да. Да остановись, стой. Стойте. Надо правильно подкатывать к женщинам. Стой, Настя. Я доктор. Ей, кстати, реально плохо, у нее нет ХП. Да вообще, на самом деле, если вы хотите узнать, как правильно подкатывать к женщине, можете спросить у меня, я крутой, я знаю. Почти? Ну да, я актер, будущий. Буду в будущем играть доктора. Подождите здесь. Окей, давайте подождем Анастасию. Вы знаете, это просто прекрасно. Это женщины, вообще прекрасное создание, которых нужно созидать, уважать. Мое уважение к этой женщине, которая сейчас 100% сюда вернется. Ой-ой-ой, опасно прыгает. Вот об этом я и говорю. Бухнем, малышка. За вас. Он пустой, но... Некоторые женщины, они сразу идут на компромисс. Они как бы сначала выпивают, а уже потом общаются с тобой. Это такая жиза, на самом деле. Я сейчас тоже сюда зайду, и нам вообще будет хорошо. Ой, так, у меня хватит денег только на гамбургер, или на спрайт, или на пиццу, и нет денег на виски. Давайте я скажу, что я не пью, и все, это будет изи. Ну что, рассказывай, как тебя нелегкая в ЛС принесла? Работа, работа, еще раз работа. Когда-нибудь слышала про Александра Невского? Да. Я хочу быть как он. Я его обожаю. Он самый лучший. Go dancing. Let's go.
я выдохся. Зато от меня теперь пахнет мужчиной. Ты знаешь, я только начинаю свой путь. Хочу классную работу и много денег. У тебя есть немного денег? Ага. Дашь? Вот так вот? Вот так вот это и решается. Все как в реальной жизни, я делаю точно так же каждый раз, когда выхожу на улицу. Конечно. О, давай. Охренеть, мне женщина дала 10 тысяч. Боже мой, Настюха, я, кажется, влюбился. Ищешь любовь и находишь 10 тысяч долларов. Лучше иметь 100 друзей, чем иметь 100 рублей. А у меня один друг и 10 тысяч долларов. Как вам такое? Ой-ой-ой, дуд. Посмотрите, что он творит. Боже мой, все, капец. Мне кажется, я нашел. Я нашел. А у тебя есть дом? Вот так вот и начинается и история любви. Сначала она бухает на улице. Нет, сначала ей плохо, потом она бежит за бутылочкой виски, бухает. Вместе с каким-то бомжом со мной. Она просто верит в меня. Самая настоящая богиня. Так ладно, мне нужно понять, настоящая ли это любовь. Боже, что она творит? Мне кажется, что уже нашел. Но я точно не знаю, что здесь происходит на самом деле. Давай целоваться, а не танцевать. Давай. Любовь. Ой, ёжик, вот это поцелуй, посмотрите, какие чувства, они переполняют их обоих, о да, все, поехали к тебе домой. В мусорку? Я в доме друга живу. Ну я вообще нигде не живу. О, махач, правильно, давай, ужасная женщина, что-то сказала там. Нам все равно, мы знаем, что мы не знаем, что мы будем делать, я на самом деле, да, у меня даже машины нет, но... Видимо, Настюхе все равно на машину и на прочее. Поэтому мы будем все делать на изичах. Так, ну что, так, куда мы сейчас попрем? Очень интересный, конечно, вопрос. Куда-нибудь туда, я думаю. Смотрите, она везде идет за мной. Какой красивый мужчина у меня. Это, видимо, из-за моей волосатой груди она увидела, насколько я красив. Она увидела мои амбиции. А там, кстати, стоит, смотрите, там этот... мотороллер, который, в принципе, можно спереть, попробовать. А, не отключает этого транспорта, я понял. Короче, сейчас мы с ней возьмем мопед и поедем смотреть на звезды, потому что у меня нет дома. Так, мопеды где-то здесь, я думаю, есть 100%, только еще нужно найти. Блин, это вот эти вот подлагивания небольшие, они, конечно, немножечко удручают, так сказать. Вообще ничего нету здесь. Во, правильно! Вот тут я пока и живу. Но ничего страшного. В будущем все образуется. Я стану популярным и крутым. Вот так вот нужно делать, понимаете? Нужно всего добиваться, и все будет классно. Опа! Первые 10 тысяч у меня уже есть. А я уже и на сеновале поработать успел. И что я только не поделал. Я уже на ферме даже работаю. Прикиньте, на ферме, на настоящей ферме. Офигеть. Ну, не я, точнее, а Сашка. Боже, она говорит, идти за ней. О, все, мы пришли домой. И, вау, какие хоромы тут у Настюхи. Вы только посмотрите, а где сама Настюха? Меня интересует только она. Нифига тут стулья, блин, выше меня. Прикольно. Это ж, какие богатства нужно иметь. А где холодильник? Во, холодильник. Смотрю, еду из холодильника и съел. А, присядем и поговорим. Настюха, я так рад, что ты в меня веришь. Вскоре про меня все узнают потихонечку. Мы добьемся всего. На самом деле, у Сашки Цыпочкина только одна цель. Это быть накачанным, как Александр Невский, и быть супер крутым парнем, как Александр Невский. Вот. Он, конечно, многого не знает о Сашке, но тем не менее, когда он узнал, что у него фамилия Цыпочкин, а у Сашки Курицын, ну это совсем уже, это был совсем другой уровень, вы понимаете, совсем. Нужно проявлять инициативу. Все, что будет дальше, вы узнаете дальше. Не забывайте, что только от вас зависит судьба Сашки Цыпочки. О май гад, снимает верхнюю одежду. О, ну все, пацаны, вам нельзя смотреть, пока. Иди о, сюда, боже мой, сладенький. Настюха, я тебя, ну, о, да я вот, знаю, чего ты хочешь. Что делаешь? Вот что у меня есть. Нет, давай. Сашка Цыпочки у нас всего добьется сам. Но только с вашей помощью. Заходите на этот сервер, пишите мой никнейм,
И мы вместе с вами добьемся всего. Именно с Сашкой. Ну и с вами. Увидимся с вами в следующих сериях. Надеюсь, что она вам понравится. И на этом история Сашки только начинается. Сашка Цыпочкин однажды станет, как Александр Курицын или Александр Невский.